Всем аннёнг, это Хэйхён. Сегодня очень важный день в Корее, день заготовки пасты корейский соус. По традиции готовим соевый соус, соевую пасту, перчевую пасту в конце первого месяца по лунному календарю, и это сегодня. Но я приготовлю только перчевую пасту. Для этого мне нужно сходить в специальный магазин, чтобы покупать ингредиенты. У нас есть с собой перчевый молотный порошок, но нужно еще измельчать в том магазине. Измельчаем молотный порошок 4 раза минимум. И еще купила 1,6 килограмм салата. Порошок, я не знаю, как перевести, это тоже 1 килограмм. Теперь приготовим перцовую пасту. Первый этап – растворять солод в воде. Я буду постоянно использовать эту емкость. У него поместится 2 литра воды. И сейчас буду добавить где-то 10 литров. В конце концов, нам нужно воды от него 16 литров. По 30 минут в воде вымачиваем. Это тот соль, который я использовала, когда я приготовила корейский напиток сикхе. Видео тут! Здесь будем хранить перчевую пасту. Промываем водой. Это чистенький. Жмем это солод. Кулаком вот так. Жимаем максимально. Хорошо. О. Что вот это? Да. У него сети. О, жмем, чтобы воду вышло. Яп! Литр этот питер, тетя. Ну, ушел. Сегодня точно буду рука валить. Вот. До того, как мы наливаем новую воду, вот так руками мучаем салат, чтобы была хорошая вода салата. Еще 6 литров. 2, 3. Еще раз сжимаем. Это солод с водой пахнет корейской деревней. В Корее кто хорошо готовит, мы говорим, что у них вкус рук хороший. Это значит, что вкусное блюдо из рук. Поэтому много работаем руками, чтобы было вкусно. Так готовим мы будем эту соевую пасту есть в течение 2 лет. Варим где-то 30 минут. Этот день считается по лунному календарю, но обычно бывает в конце февраля. Поэтому в тот период мы готовим это всякие корейские соусы. Почему? Потому что погода хорошая, не так холодно. Еще потихоньку весна наступает, мы не сразу едим это соус. Еще надо поставить под солнцем, чтобы ферментироваться в водичке. И еще будет более вкусно. По-моему, мы слишком долго варили. Да, подождем 10 минут и потихоньку добавим ингредиенты. Добавим это рисовый сироп в воду из салата. Это очень вкусный сироп, вообще обожаю. Такой густой. Чуть-чуть остывали, поэтому вот так. Вот тут у нас рапата. Добавляем к
Кстати, порошок, который мы будем добавлять в суперчубую пасту, это порошок из него. Просто сушеные более и измельченные хорошо. Добавляем это в эту кору. Ну, страшно выглядит. Ну, давайте растворяем. Добавляем красный перцовый порошок. Секи-бангамура шоколадца. О, вот такой густонки становится. Еще с этим инструментом адский запах. Это напоминает мне еще топоки. Это не крови. Вот, недостаточно, потому что это еще жидкий. Вот, смотрите, это очень жидкий. Нам нужна густая паста. Вот, еще. О. Попробуем, мы еще не добавили соль. Пока горький, острый, невкусный. Хотя сладости не чувствуется. Нужно постоянно перемешивать. Более перемешивать, тем более вкусно будет. Еще перемешиваем. Оу, 고양이가 맵다니. 물을 넣자. давайте я попробую. Ну сейчас очень невкусный. Вот еще добавим мед. Это очень хороший мед. Перемешиваем. На самом деле объем сладости, мед либо сироп, это все по вашему вкусу. Но лучше не слишком сладкая была, потому что после ферментирования совсем другой вкус. Еще осталась соль. Чуть-чуть соль добавлю. И потом потихоньку будем добавить соль, чтобы найти наш вкус. Когда достаточно соленые, перестанем добавить соль. Сейчас паста теплая, поэтому очень легко растворяется соль в пасту, но все равно надо добавить время, чтобы соль хорошо перемешалась с пастой. Если просто сразу много добавляете, тогда будет получаться очень соленая паста. После соли вообще вкус другой. Очень вкусно. Мне сейчас вкус очень нравится, но через 10 минут мама еще пробует. И потом будем решить, добавлять соль больше или нет. Это шинго와. Очень сипче. Аккуда вазите? Вазита. Сейчас добавим в бочку. Умая. Вы не представляете, сколько разные блюда мы можем готовить с перцовой пастой. Очень тяжело. Получается, эта паста, у него есть соленый, сладкий вкус и острый. Это корейский любимый вкус, по-моему. Мой пупончик. Это для микрофона, но не спачкали. Спасибо.
наша перцовая паста. Осторожно, чтобы там вода не попала, иначе там страшно будет. Повсюда. Или у вас, а? Другие?일단은 이게 이제 그 부패하지 말라고. Перецовая паста все готова. Можно есть через месяц, может либо два. Все приготовили очень просто, легко. Попробуйте сами приготовить. Тогда, аннём!